таким дышкам. Открытые. То ли по двигателям, то ли еще почему-то. С этим не поспоришь. Не переживай. Попробуй. Мы будем сражаться с ними столько, сколько понадобится. Я не помню, почему надо стрелять. Потому что он наш враг. Е! Вон, движки, да, по ним. Открывает, видишь, крышку? Да-да-да-да-да. Крышка, видишь, открывается? А, да-да-да, вот. Блин, ну он сжигает, конечно, мощно. Да, сейчас. Где воронка? Давай, 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 давай. А даже вот так тут. Сейчас целом. Откроет. Ага. Один есть. Окей. Отхил. Угу. Как же больно, а? А! А, это на машине. Парень проехал. Парень. Блин, меня тяжелых. Я с пулемета, потому что там настреливал. Контракт это выполнен. Надо с самого начала было. Ну, да. Ну, похрен. Главное, что выполнили, и ладно. Да. Шинька! В следующий раз тогда уж. Да. Я просто не знал, почему стрелять. Механизм нейтрализован. Мы смогли их остановить. Ну-ка, подойди. Так, будто для вас это пара пустяков. Так, подожди, это... Нет, это обычный, походу. Да. Не, да. Здесь слева нету, я смотрел. Я, он подумал на этот, на пирамидке, видишь, красные. А. Ну это фонарик, да. Ну да. Они не моргают, они светятся ровным светом. Вот присмотрись. А, не моргают, но моргают они сильнее. Подожди, а вот это что тогда такое? Ага, где? Вот одна. Странные колонны, агрессивные отряды улья, будет весело. Заныкали. Давай наведем юмориста. Ну? Вот, ну типа ты курить, а Костя магазин. Ну да. А, я что, сам буду? Ну, я же ненадолго. Ну да. Так, тяжелое надо забрать. А, то есть тут прям полностью сюжет надо завершить. Да. Ладно, хорошо. Как дела у Икоры? Отлично. Она очень сильный варлок. Ты мне ее многим напоминаешь. Спасибо. Ты знаешь, что Орку бойся, да. Своих желаний. Сколько? Комплиментами бросается. Она чё, сколько? Кто? Азиаточка. Путин запустил новую сеть военных спутников, подчиненных ему. Я должна испугаться, как любой разумный человек. Я понял, туда нельзя. Куда? Страшно. Спрыгнуть. Вместе мы справимся. Ладно. Я до магазина. Да, я сейчас тоже пойду эти дневные повыполняю. Путин предвидел твое возвращение. Ну, эти квесты. Блять, под вагон нельзя залезть. Так. А нам, кстати, на странник надо будет, да. Да? Ага. А, ну окей, побегай тут пока. Че? Тебе довелось. Ну, нужно будет и себе купить Destiny. Destiny сейчас раздается бесплатно. Он все время всем рассказывает. А, она это Саня. Ну и че? Делюкс, смысл нет, Делюкс. Покупай обычную. В Делюксе что у тебя будет, это сезон пас только и все. Ну да. У меня Делюкс.
У тебя не делюкс, у тебя легендарная. Ой, ну хер с ними, я говорю. Это другая, это другая фигня. Там есть два варианта. Я не знаю, я успел урвать обычную просто версию с дополнениями. За 500. За косарь. За 1050 рублей. Все, смотрим ролик. Неловко просить. У тебя найдется пушки? Нет. Но у меня есть пуля. Специально для тебя. А сейчас ворвется моя напарница и прибьет всех, всех вас. Да не тяну. А тебя, приятель. Будет больно. Очень. Последние слова. Как твоя сестрица? Блять, жалко Кейта. Цыц не спалили. Да в смысле, ну выстрел-то был? Ну откуда мы знаем, убил он его или нет? Как бы в башне все об этом твердят. Петра Венш, спасибо за приглашение. Что возьмешь на вечеринку? Ничего нового. У, покажи трюк. Серьезно, смотри. Прямо мороз по коже. Давай еще. Потом. Как-нибудь. Общий блок вырвался на свободу. К счастью, центральный блок и нижние ярусы заблокированы. Но если главная охранная система даст сбой, сдержать их будет... Алин, я не против, я только за. Суровые будни стражей. Итак, напарница, Кейт будет импровизировать. Следи за модуляциями и не отставай, лады. А теперь в тюрьму! Бабах такой, бабах. Попался, попался. Нет, вообще-то бабах. Ну там, я понимаю, что он говорит бабах. Написано попался, попался. А. У тебя субтитры включены, да? Да. Не, ну у меня вот это, да, трюк. Покажи. Да-да-да. Ух, мурашки по коже. Давай еще. Как-нибудь другой раз. Не, вот это вот реакция такой, прям мурашки похожи. Да. Я прям сразу же, да, вспоминаю этот фоло. Классно, пожрал. Очень. Спауна, да. Да эти ребята не прочь поплясать. Мы должны сдержать мятеж. Если эти головорезы сбегут, они захватят риф. Разделимся и перестреляем. И раз, и два, и три. Еб. Это что такое было? Это был бабух. Да я понял, что не бабам. Жрун, да. Да, жрун. И что теперь? Я старый, мне можно. Мне надо. Ладно, всем пока, спокойной ночи, Буль. Ну, давай, вирус, спокойной ночи. Давай. Сейчас еще как раз энграмм сейчас выпадет.
У меня почти. У меня вон прям чуть там не хватает. Так, кто устраивает взрывы без меня? Проверю, что случилось. Я. Присоединяйтесь, как сможете. О, энграмка. Скоро будем держать. Поторопитесь. Из-за взрыва там сзади открылись еще несколько камер. Отлично. Еще я в тебя попал. Я. Куда полетели? Я же попал, блин. Я тоже попал. Вот это по мне. А, это наше. Взрыв оставил нижние ярусы без охраны. А то я уже был готов. Вот так тут сделать. Иди с Кейдом в охранный блок. Включи систему безопасности. Да, я туда хочу. Так, подруга, эти негодяи не пропустят нас в охранный блок просто так. Я заберу на ярусы повыше. Правда. Серьезно, да? Вот это выстрел! Я сейчас заплачу. Сзади двое. Фиол. Сука. Высшая неграмма. А, понял, да? Так я уже свое открыл. А, не капси, можно вопрос, не лапси, ха-ха, не капси. Не капси, да. Ну, какой вопрос? Можно, ты задал вопрос, хорошо. Я тебе ответил. Мыло в ванной. Кого? Не лицо. А. Что-то мне показалось, другой половой орган. Никаких церемоний. Конечно. Аля, всю шутку испортил. Ну, так тут. А, эти дроны это охранники, типа. Классные охранники. Охраняют прям. У меня уже 16-й, 17-й, 18-й. И что? Я. Он наверху. А. Он у меня ботика спитил. Сейчас, погоди, я субтитры включу, а то иногда не слышно его. Ну, лапс, кошки или собака? Собака. Эй, это не входило в план! Забудьте! О! Очень даже входило! Встречу охрану! На дроне! На охраннике такой! Другое лево! Другое лево! Собака или смерть? Смерть.
Нужно зачистить территорию, прежде чем заходить. Ой, перезарядка. Сука, не попадаю. Да, я попадаю. Ну там неуязвимость у него была. Че долгий ты такой? Здесь сказано, что нам нужны полномочия надзирателя, чтобы открыть дверь. Кейт? Ничего, сейчас я вас быстренько повышу. Сейчас дверь выломает. Ага. Нет, смотри. Кейт. О, мы пропустили захватывающий зрелищ. Остался решающий удар. Может, не надо? Что происходит с полом? Кроватка One Love. А, пули блокируют механизмы. Чё, погоди. Смерть или кроватка? Трудно. Вот это трудный выбор. Наверное, кроватка. Все? Нет. Все. Теперь все заработано. Не забудь очистить буферы. Кого? Вопрос? Как это сделать? Буферы. Нажми буфера? На красную кнопку. Они все красные. Они на все. О, заработало. Сработало. Ага, да. Опять красные? Блять. Это не сработало. А, вторые еще системы. Спокойно, все в норме. Делайте свое дело. Какое из... А их надо уничтожать или что? Да. А как? Я вроде стреляю по ним. Да, просто стрелять. А, там снизу. У, сука, взрывашка, опасно. Ну и все. Ну, нет, по этим. Ну. Снизу, нет? Чего, не да? Понимаю я. Теперь все. А, не лапси, кроватка или еда? Жертва. А еще лучше еда в кровать. Там и оставайся. Нормально. Если ничего-то не работает, да. Техподдержка с пристрастием. Ага. Сука. Теперь она запрашивает у меня какую-то вспомогательную активацию. Наверное, это терминал на мост. Я тебя прикрою, как только врублю турель. Кстати, мы с тобой сработались. А, да, красавчик. Давай. Если сможешь. Ты уже сомневаюсь. Еда в кровати — это просто рай. У турели есть ручной режим. Интересно. Эй, подруга, как тебе мои новые пушки? Нормально. Мощно. Только чуть сейчас они будут устроя, да? Ты все еще с нами, Петра? Сейчас мы расчистим тебе дорогу к ярусу особого режима. Ясно. О-хо-хо, на это легко подсесть! Ну. Что да, то да. Да, я заметил. Я, ну не трогать пушки. Гады.
свои подстроите, вот тогда и будете трогать их. А наши не трогайте. Ты как там вообще, нормально? Куда ты стреляешь, дружище? Он в пушку стрелял. Я не могу открыть дверь. Что у вас там? Еда или Даша? Ну, еда. Я не знаю, кто такая Даша. Подключаем систему охраны. Все в порядке, ПВ? Да. Захожу на нижние ярусы. Только проверю кое-что. И можно будет закругляться. Ну, раз ты угощаешь... Сделал дело, гуляй смело. Сменял вообще. Еда, конечно. Здесь все в порядке. Осталось проверить последнее. Сейчас его камеру откроет. Не, камера тяжелого содержания. Все выпущено. Да? Угу. Не лапси, еда или общение с Герми? Еда. Бунт. Это побег. Люк на нулевом ярусе. Это единственный выход с нижних этажей. Они пытаются сбежать. Я буду там раньше. Нихера себе. По ее губам можно прочитать, был ёбнутый. Ага. С тобой едой? С тобой с едой. Ну, типа, я общаюсь и жру. Смотри. Как ты вообще не взорвался? Ну как, призрак возрождает. А, ну да, точно. А чё же он потом не взорвался? А, ну скорее всего разрушили. Должно быть, мое зрелищное приземление сломало рацию. Не лапси, еда или общение с Лацента? Еда. Пошла страшная музыка. Так, ребята. Немного четвертую стену сломал. Да. Пошла страшная музыка. Мощно. Смотри. Я вижу. Прошу. Лазер. Огненная, да. Нет. Это зря. Я случайно. Я случайно. Хотя нет. А ну не стреляй. Нормально. Да. Это револьвер? Да. Это Пепси его Ликола. Способность. Пепси-кола. Ах вы гады.
Ну. А вот она, эта новая ульта. Ну все. Теперь я в ярости. Обнимашки? Ага. Нормально, рогом проткнул. Это все на что? Вы способны? Сейчас выстрелят. Подсоби-ка, подружка. Нет. Ну, призрака. Пиздец. Вот это обидно. Ну. И причем никто не поможет, блин. Ну. Потому что все вот тяжелые содержания тут. Угу. За ушко. Да, обнимашки, конечно. Хотя, блин, куча щенков — это куча еды. Петра, что происходит? Ответь, Кейт. С возвращением. Мы пролетели около 20 этажей, и я не могу связаться с Кейдом и Петрой. Опа. Подожди. Неподалеку должны быть сбежавшие падшие. А, ты его смотрел? Но да. С этим эфиром что-то не так. Кого? Конечно, обнимашки. Еще. Что-то вырвалось на свободу. Оно очень близко. Ау. Хе-хе-хе. Опустошители это. Угу. За какие-то мразь. Да, мы еще не знаем как бы этого. Да, мне плевать. И тебе закида. Эти существа когда-то были падшими. Падшие не просто превратились в это. Кто-то сделал их такими. Зафиксировал активность внизу, но с родным не выходит на связь. А чё с рандомным человеком или обнимаешься, да, с Костей? А у них крит — это в эту хуйню надо попасть. А блин, вот тут не знаю, тут тяжело прям. Тяжело ему, блять. С рандомным человеком там может и Джессика Альба выпустить. Прости меня, Джессика Альба-то лучше тебя. Ну ты же не знаешь, как я выгляжу. Я видел по аватарке. Аватарка изменена. Неважно. Джессика Альба все равно лучше. Но, сука, может и выпустить какого-нибудь Боб Петя. Не знаю я. Вообще, короче, знаешь как? С рандомным, но не факт. О.
Сорян, но по мне обнимать мужиков это как-то по-пидорски. Ну, никто же не говорит прям про пидорские обнимашки. Ну, Кусь, походу... Она не уточнила, вот. Ворота. Обнимашки с бабушкой... Геннадием. Бабушкой Геннадием или обнимашки с Костей? А кто это бабушка Геннадий? Я просто не знаю, кто такой бабушки Геннадий. Проход заварен. Нужно найти другой путь. Я, ты чё такой шустрый, слышь? Ау. На тебе стрелу в ягодицу. Я шустрый? Да. Ну, у меня ж подвижность. По цвету надо быть. Страж убит. А, сука, близко. Сука. Там же слева один. Прям рядом с ним. О, а, нет, казалось. Ёпты, это что такое было? Ууу, сука. А, вот она. Да. Вот он этот момент. Без своего призрака. Нам нужно его найти. Кейт, живи. Бабушка. Здорово. Геннадий, вот что ты себе... Так ты написала сама. Держись, Кейт, мы идем. Мы бежим. У, сука, покажи лицо. Он ничего не почувствовал. Тоби, пизда, текай с села. Эй, как моя прическа? Молчишь. Как и всегда. О, нет. Я ничего не могу. Прости. Слушай, это не твоя вина. Это мне за то, что я честно играл. Скажи, Завали и Коря, авангард — это лучший спор, что я проиграл. Да, эмоции маски в маске — это просто топ.
Я быстрее. Неважно. Мне похрен, где она там была. Точнее, нет, мне не похрен, мне... Блять, вписать бы кому-нибудь. Его шутки были ужасны. И неуместны. Смотри. Я ведь смотрю. Но я не хотела. Нет, просто ролики-то я смотрел. Бежать. Нас не было рядом. Секунду. Вина не на тебе. Это на совести ультраносов. Если он думает, что это конец, он ошибается. Это начало. Мы вступим с ним в бой. Слышите? Все мы, каждый титан. Каждый варлок, каждый охотник. Мы пойдем на риф штурмом. А потом мы повесим голову этого ублюдка на его драгоценном троне. Именно так. За боевую группу. За Кейда. Аминь. Нет. Ты охерел? Что ты сказал? Слышь? Не армия. Не завоеватели. Мы стражи. Мистер Преппер, ты чё там? Я тебе сейчас так место твое охраню. Наш народ. Странника. Риф пал, когда он лишился своей королевы. Это первая часть. Очередной сов жаждет владеть кучей безжизненных камней? Его дело. О, сука! О нем речь. Ничего не делать. Это... Говори. Трусость. Именно так. Ну. Фу, трус лысый, трус. Фу. Мне надоело хоронить друзей. Ну так пошли помстим. Тебе не придется. Мы с ним за всех. Я заговорил! Да. Ебой! Ультрансов мой. Ууу, ебой! Я заговорил, прикинь, голос появился. Еба, вот за это надо, прям вот стоило покупать эту игру. Прям 100% нахрен. Только это с учетом того, что это вышло на третий год игры. Не, ну покупать-то стоило. Жаль, Кейт умер, но, бля, я заговорил. Кейт, красавчик, я прям да верю в тебя. Да Кейта возродят, уж поверь мне. О, все круто. Тогда идем мстить и возрождаем Кейта. Нет. Тут он не появится. А, ну я тогда я тебе не верю. Нет, я думаю, что возродят. Потому что, ну, без него это не игра получится. Это не Destiny. А, заставка. О, сука. Ну все. 30 FPS, потому что... Я лицо твое увидел, можешь да. бежать к села. Благодарю за столь милостивое принятие. Марасов, моя сестра и королева, погибла. Но она с нами вновь и навсегда. Что до вас, мои друзья, мои бароны? Вы приняли меня, когда я стал изгоем. И за это я дарю вам богатство. Ну, чем беда? Спутанных прежде чем к нему берегов. Добраться, вперед. Надо всех победить. Всех. Я понял. Нападших силу. Хаос. Как вы кажете, отец? Но... Видимо, в тюрьме там хорошо, да, тебе было, дружище? А что, в раскорячку ходит? Не, это отсылка просто к первой части. Ты бы гордилась. Любовь пробудившихся к королеве осталась неизменной. Любовь быстротечна. Но преданность... Она бессмертна. Вот, видишь? Угу. Ни один из них не ведает такой преданности, как ты. Дорогой брат.
Пробудившимся нельзя доверять. Нам это известно, как никому другому. Вместе мы сможем даровать нашему народу то, чего они так заслуживают. Истребление. Угу. Почему-то я не удивлен. Посмотрим, что таят в себе.